Российская политика, в принципе, мудрее гораздо, потому что нельзя решить силовыми методами. Но это невозможно решить силовыми методами. Это сила против силы, она ничего не даст, потому что в ответ будет новая сила. То, что мы сейчас, в общем-то, и видим. Подкупать деньгами и пытаться как-то перевести на свою сторону, я считаю, это неправильно. Конечно, надо бороться. Причем бороться надо серьезно, со всеми средствами, которые у нас есть. Это бесполезно с ними как-то их переманивать на свою сторону, я считаю, просто. Там уже у людей менталитет другой. Как американцы поступают, так, мне кажется, и нам нужно поступать. Пытаться вернуть к мирной жизни. Всех уничтожать не переуничтожаешь.